250 детей из Самарской области и не только собрались в лесной сказке и две недели будут осваивать образовательную программу по нескольким направлениям. Защитники изучают основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, учатся оказанию первой медицинской помощи. Эта программа интересна юнармейцам, кадетам, участникам военно-патриотических объединений. Хранители истории объединяют участников региональных поисковых отрядов, краеведческих экспедиций, патриотических клубов. Здесь можно приобрести навыки проведения археологических работ. Дети знакомятся с техникой создания музейных экспозиций. Что мне нравится в лагере? В лагере очень круто. Вы даже не представляете, насколько. Инструкторы вкладывают все, чтобы нам было интересно. Они помогают нам развиваться, получать новые навыки, новые знания. Участники направления «Волонтеры Победы» узнают о форматах организации массовых патриотических мероприятий и акций, посвященных памятным датам. Направление «Медиа Победа» предназначено для изучения основ создания и продвижения патриотических медиапроектов. В программе также занятия спортом, тематические вечерние мероприятия. У нас есть такие коллективно-творческие дела, где дети проявляют себя, ставят номера. То есть это не то, что когда нужно выйти на сцену и ребенок может застесняться. Это что-то более отрядное, ламповое. И, конечно же, это вечерние огоньки, тематические. Страна героев ежегодно принимает 5000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отдыхать в первую смену в лесной сказке приехали дети не только из Самарской, но и Московской области, из Татарстана. Теме Дня Победы и Великой Отечественной войне в лагере уделяют особое внимание. Акция «Окна Победы», концерт «Песни Победы», традиционная георгиевская ленточка каждому. Здесь георгиевская ленточка Самарской области, вы видите, да, самолет Мил-2 является определенной традицией. И как раз вот этот местный колорит самого различного направления как раз является определенной составляющей для ребят, кто приезжает из других регионов, они с этим знакомятся. Самарская область прошла серьезный конкурсный отбор среди субъектов Российской Федерации и получила право на то, чтобы «Страна героев» прошла в регионе. Она реализуется при поддержке областного правительства. Кроме губернии, военно-исторические лагеря будут работать в Кировской области, Татарстане, Удмуртии и Мордовии. Программа организована в рамках национального проекта «Культура». Организатором военно-исторических лагерей «Страна героев» выступает Российское военно-историческое общество. Виктория Шарая, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События.